не устроено ни сознание, ни язык для того, чтобы рефлексировать самих себя, чтобы осознавать самих себя там, и так далее. И вот, поэтому, когда мы имеем дело с какими-то версиями своего сознания, это всегда какая-то ложь. Ну, не в смысле того, что вы специально кого-то хотели обмануть или еще что-то. Вот, вы сами обманываетесь. И, как говорил мой любимый философ, там, не думай, смотри. Да? Вот если вы за собственным поведением посмотрите, заснимите его такую на электрокамеру, вот, а потом зафиксируете, скажете, а там было то-то, 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 то-то. Вы этого человека, может, не узнаете даже, понимаете, потому что ваше сознание, оно имеет дело с другим персонажем, так сказать.